Зима стремительно уступает позиции весне. Снег в городе и лесных массивах сходит на нет. Природа просыпается. А вместе с ней – клещи. Значит, выезд на природу или в огород – потенциальная опасность. Тем более, почти каждый нижнекамец хоть раз да был укушен клещом. По лесу ходишь, потом обнаружишь на утро-то. Пошла, значит, к хирургу, он посмотрел и говорит, так это у вас тут клещ сидит. Видимо, какая-то маленькая болячечка была. И вот мы с подружкой ходим гуляем. Ветки вырубал в огороде и попал клещ. Ну, потихоньку мы вытащили. Если собираетесь на природу, сейчас лучше одеваться в плотно прилегающую одежду, носить высокую обувь. Тогда восьминогие паразиты не смогут проползти к коже. Еще можно использовать специальные спреи и мази против клещей. Кстати, некоторые люди находятся в заблуждении и думают, что укушенными могут быть только грибники, лесники, ну и, собственно, те, кто гуляет по лесу. Но клещи очень любят траву и кустарники, которые находятся и здесь, в парках. Поэтому даже короткая, на первый взгляд, безопасная прогулка может закончиться укусом. Пока клещи только начинают свое массовое пробуждение. Пик их активности обычно приходится на следующий месяц. Не лишним будет сказать, что покусать они могут и животных, например, собак, с которыми любят гулять нижнекамцы, или даже домашний скот. Если животное было, так сказать, атаковано клещами, да, то есть в большом количестве вирус попал в организм этого животного, то и в последующем вирус может оказаться в молоке. И при использовании не кипяченого молока тоже может произойти инфицирование, то есть заболевание. Головные боли, температура, рвота, головокружение. По этим симптомам можно догадаться, что вас укусили. Самый действенный способ – обратиться к врачу, чтобы насекомое безопасно извлекли. Еще медики советуют прививаться. Самостоятельно удалять клещей ни в коем случае нельзя, да, потому что в процессе удаления мы их можем раздавить. Если клещ инфицированный, соответственно, произойдет заражение. Надо немедленно обратиться в травматологический пункт. Клещ будет удален. Сделается иммуноглобулин, обработается рана. Необходимо это сделать в течение первых 4 суток. Правильный дресс-код, подручные средства защиты и банальная бдительность помогут вам обезопасить себя от укусов. К тому же места обитания клещей обрабатываются. Совсем скоро специалисты приступят к этой работе. Массивы определили заранее. Это Майдан, парки и лесные зоны, прилегающие к городу. Вадим Струминский, Фахри Исламов, Новости НТР.